Все, Илья сейчас бомбанет. Отходи, отходи отсюда. Тихо, смотрите. Всем привет! Вы на канале Lil Family Vlog. И сегодня мы снимаем челлендж «Взрыв арбуза с помощью резинок». Ну что, я думаю, вам будет весело. Ну, поехали! Йоху! Йоху! Ну что, теперь мы берем наши резинки и высыпаем на стол. Держи. И будем надевать на наш арбуз. Высыпай. Оп, аккуратно. У нас тут все повалилось. Ну что, мы начинаем. Давай, Илья, бери одну резинку вот так. И натягивай. На лосовое стало. Можно? Давай. Положим теперь вот это. Опа. У меня попалось. Давай по две. Давай по две. Вот столько у нас получилось уже. И сейчас мы начинаем делать следующую резинку. Давай, натягивай. Подожди, подожди, нет. Давай сначала я вот так сделаю. Натягивай. Все, мам сказал. Давай. Я уже взял. Илья, стой, сначала я. Давай вот так растягивай вот эту часть. Маме, ловно? Ловно? Все хорошо, делайте. Молодцы, красиво я получается. Как думаете, вам резинок хватит? А если мы думаем, даже еще большая часть останется, да, Илья? Как ты думаешь? Насколько сильный будет арбуз, посмотрим. А если он сейчас взорвется? Дай ему рано еще. Он, видишь, какой пухленький. Давай. Давай две попробуем, давай. Пока у вас арбуз очень хорошо держит свою форму. Давай синий. Да. Мне кажется, ему еще прям много-много резиночек надо. Уже потемнело немножко, мы тут... О, давай мы стоим. Нет, столько давай не нужно. Давай стоим, знаешь, попробуй. Нет. Значит, надо торопиться. Нет, давай, помогай. Все, отпускай. Отпускай. Я уже взял. Я даже не знаю, ты как ты думаешь, через сколько, Илья, резинок лопнет арбуз? А ты знаешь, или сколько? Вот не знаю. Или 20 минут. Через 20 минут? Да. Ну давай еще, давай. Арбуз просто хлебучек. Я уже взяла. Смотрим вот тут. Смотри, Илья, видишь, у нас неровно. Сейчас я поправлю. Ну что сказать, ваш арбуз пока не сдается. Потому да. Что... Давай. Будешь сдаваться, мы тебя срежем голову. Мне кажется, через резинок 50 он начнет уже как-то что-то. Худеть? Ой, я тут уже вижу. Худеть. И будет как толстячком. Толстячком не будет. Толстячком не будет? Да, толстяком. Толстяк. А вот тут не ловит. У арбуза появится талия. И вот так он. Как бомбаняха. Как бомбанет, как бомба, да? Я давай, уже, Илья. Я уже взяла. Сейчас у вас на столе бомба замедленного действия. О, давай. Да. Которую мы сами и создаем. Вау! Это точно. А ты еще тут попасть. Давай, Илья. А то мы не делали это. Давай. Так, проверяем арбуз. Вот, видишь, как мы с тобой натянули неправильно. И вот еще неправильно. Вот. Ну, ему, мне кажется, ничего не страшно. Давай, тяни, Илья. Я не уже тормози. Устал. Устал уже. Устал, но видишь, какой у нас арбуз нас мучает. Дождик пошел. Ай! Дождик пошел. О, смотрите, какой толстячок уже. Да нет, ему вообще еще не страшно. Толстячена. Илья, как ты думаешь, сколько тут резинок? Сколько мы надели? Ладно, 25. Наверное, а вот надо было из интереса 26. Посчитать резинки. 26. 26? Да. Ну, о, смотри, как красиво.
Ну все, давай, Илья, одевать, у нас время. А вы по сколько резинок надевали? По одной? Ну, нет. По две, по одной, да. Две тяжеловато, да, наверное, идут? Ну, не, ну, не сильно. Илюха, ты силач. Покажи свою силу. Богатырскую. А вторая рука? Молодец. Вот столько у нас получилось. Вот такой у нас арбузик. А когда он лопнет? Лопнет? Ну, я думаю, через это резину. Надо у арбуза, наверное, спросить. Арбуз. Я лопну. Сказал, что не скоро. Надо я лучше стараться. Через 20 минут. Через 20 минут? Ну, давай смотреть. Ну. Давай начинать. О, смотри, сколько... Тебе не сёловно, арбуз? Нет, мне не сёловно. Ему не сёловно, мамочка. Ну, хорошо, хорошо. Ждем. Ждем, пока он лопнет. Ну да, он уже такой. Крепкий орешек попался. О, смотри! Когда ты лопнешь? И сладкий, наверное. О, а давайте! Кстати, вы же потом будете кушать арбуз, пробовать его? Будем. Он взорвется, и мы попробуем, да? А если он туда отлетит, один арбуз? Вот эти давайте берем и вон туда. Давай так. А мы сляпы. Дождь из резинок. Дождь для ку. Илья, у нас там резинок не осталось. Давайте, у вас арбуз уже начинает обретать свою талию. Ой. Илья, кто мне поможет? Я одна не могу. Давай. Ничего не звучит он. Странно, странно. Затишье. Ну, да. У него прям уже видно такую очерченную эту линию посерединке, где резинки. Обалдеть. Мне кажется, тут резинок 80. Слышу, звучит. Да нет, больше. Там уже резинок 200. 200? Конечно. Смотри. Ну, не скажешь, что там резинок 200. О, лосо я растянул. Угу, молодец. О, на. Не сказать, что там резинок 200. Подожди, можно я послушать? О, течет, я думаю, все течет, смотрите. Так, отходите, так, аккуратно. Все, он. Ну-ка. Сейчас, давайте последние резинки. Я думаю, тетя... Илья, немножко подальше, берегитесь, он сейчас может в любой момент лопнуть. Смотри, потрогай. Да, сладко? Да, смотри! Не трогай, не трогай, Илья. Я думала, что это лопнет. Вкусно. Так, сейчас заберу резинки сюда. Алло. О, все, все. Сразу к елке куда-нибудь падаете и лицо закрываете. Да, конечно. Да он, ёлка, да, да. О, он там разорвался. Давайте, давайте дальше. Он не так прям сильно взрывается, как вы думаете. Ну, блин, понятно, он должен как бы чуть-чуть хотя бы отлететь.
трескается. Все равно. Ему не все равно. Не все равно. Мне просто интересно, как это произойдет. Саша! Все, Илья сейчас бомбанет. Отходи, отходи отсюда. Тихо, смотрите. Я слышу треск. Блин! Все, сейчас.